второй год подряд во время месячника по благоустройству Екатерина Ревинская с командой единомышленников и представителями Центра управления регионом Самарской области выходит убирать знаковые места Самары. Это трудно назвать обычным субботником. На площадке играет музыка, угощает чаем и закусками, проводят конкурсы. В этом году привести в порядок решили парк Воронежские озера. Очень хотелось убраться где-то не только в центре города, да, то есть, ну и где-то вот, так скажем, поближе к окраине, поближе вот, ну, каких-то промышленных, возможно, районах, потому что Самара — это же не только, да, красивый центр, это весь наш город, весь большой мегаполис, и, несомненно, он весь заслуживает быть чистым. Поэтому вот в этом году принципиально хотелось именно что-то подальше. На Воронежские озера пришли 200 человек-участников. С организацией такого полезного досуга помогли районная администрация и муниципальное предприятие «Парки Самары». Участников обеспечили инвентарем и сами вышли помогать с уборкой, чтобы одно из излюбленных мест самарцев радовало и дальше. На самом деле место уникальное, вот эти вот озера. Если вы заметили, здесь обитают на этих озерах утки. Я считаю, что очень важное пространство. Сюда приезжают не только жители близлежащих, так скажем, районов, но и жители всего города. Помогают с уборкой и экоактивисты. Следят за тем, как собирается мусор, а также рассказывают о пользе и необходимости раздельного сбора. Я решила сделать упор на микропластик. Да, это вот такие вот разные мишура. Она пластиковая, будет разлагаться в земле, в почве, превращаясь в микропластик, да, и засоряя, и загрязняя нашу окружающую среду. Поэтому лучше отказаться от таких видов развлечений, удовольствий, и то, что уже есть на земле, это собирать. Это очень важно. Парк Воронежские озера был выбран не случайно. Часть территории попала в топ-20 рейтингового голосования за благоустройство в 2023 году по программе «Комфортная городская среда» нацпроекта «Жилье и городская среда». Одну часть этого пространства уже начали благоустраивать. Реконструируют знаменитый фонтан и обустроят входную зону. Логично будет произвести дальнейшее благоустройство остальной части парка Воронежские озера, которое будет в себя включать возведение велодорожек с велопарковками, возведение дополнительных световых опор, установка малых архитектурных форм, установка уличной мебели. Также будет возведена хоккейная калда, будут устроены разнообразные спортивные и детские площадки. Напомним, что в Самаре стартовал прием голосов за объекты, которые могут быть благоустроены в следующем году. Проголосовать за понравившуюся территорию можно на платформе 63городсреда.ру. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События.